для семей, и сегодня мы продолжаем играть в игру Numerous Cat. Итак, мы начинаем. Ух. Ой. Тут очень маленькая. А что делать? Понятно. О, привет. Ты планируешь ее дальше испытывать судьбу? В условиях низкой гравитации постепенно останешься совсем без мышц. Единственное спасение из-за тренировки каждый день. Гианин на еду без заторечной мышцы. Так. Во, нормально. Все, забираем. Офигеть, оно оказывается может сдвинуться. Оп, все. Да ладно. Тихо. Так. Все. Ага. И я тут телепортируюсь. Наконец-то. Нет! Так, ладно. Нет. Фу, все. Вентиляция. А вот и очередной ягненок на растерзание. Будем стать. Я тебе все поясню. Меня зовут Филивин. Филивин, защищающий правду. Тебя надули. Целиком и полностью надули. Ты самоуверенный дурачок. Извини, возможно, я задел тебя этими фактами. Разве он отстанет от тебя? Не тупи. Даже если ты сможешь собрать все сокровища, ничего в итоге не произойдет. Все твои воспоминания, связанные с человеком, будут просто поглощены. Единственное, что ты будешь помнить, и мне надо искать сокровища, как и другие для тебя.
Ты будешь просто скитаться по разным местам, пока не умрешь. Я тебе буду ходить. Филин. Ай! Блин. Я на минутку. Итак, я сохранился. Нет. Во, хотя бы вот так. Да. Тихо. Вот так. Привет. Видел бы ты выражение своего лица. Ну и своего мордочки, не важно. Ты уже наверняка должен был познакомиться с Филивином. Он был единственным, кто мог свободно прийти к на Луну и улетать с ним. Но теперь этот ублюдок отобрал у него крылья. Любой, кто связан с ней, останется брошенным на Луне. До сегодняшнего дня. Мы с Филивином. Нет. И вот прошел. Все. Забираем сокровище и идем на следующий уровень. Мертвый город. Кстати, все ловушки здесь были расставлены Филивином. Для кого-нибудь с крыльями их легко преодолеть. Для остальных же невозможно. Но мозг делает это невозможно возможно. Ничто не сможет навредить тебе с такими мышцами. Понятно. Я ничего не понял. Нет, я не хочу это проходить. Можно я это не буду проходить, а? Я не хочу это по 100 раз проходить.
Почему ты так это делаешь? Ну, нормально. Я тут чекпоинт поставил. Теперь понятно, почему тут чекпоинт. О, все нормально. Спасибо за сокровище. Пока. Ух. То есть ты что хочешь этим сказать? Что ты хотел этим сказать, а? Все, все. Чекпоинт. Все, я пошел туда. Я пошел туда. Туда, давай, давай, давай. Оп. Сюда, 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 сюда. Сюда. Нет, нет. Не закачивайся. Ну, блин. У меня мало времени. А он у меня скользит. Ой, наконец-то.